Встреча за чашкой чая, конструктивный и душевный разговор о важном. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и депутаты Совета депутатов Щелково провели встречу с многодетными мамами, членами общественных организаций Щелково, в ходе которой обсудили насущные проблемы многодетных семей. Встреча была приурочена к Международному женскому дню. С поздравлений и начали. Решите поздравить вас, пожелать самого главного – семейного благополучия. Я думаю, для вас, как многодетных, я думаю, семья – это номер один, дети – это номер один. Чтобы они были здоровы, ну и любви. Обращаясь к женщинам, Владимир Шапкин попросил задавать те вопросы, которые сегодня наиболее волнуют мам округа. В их числе, конечно, в основном социальные темы. Совместно с коллегами-депутатами «Единой России» с Владимиром Николаевичем Шапкиным мы обсудили много социальных вопросов, вопросы предоставления земельных участков, льгот, обслуживания социального, досуга детей. Очень приятно и важно нам слышать мнение непосредственно жителей, непосредственно семей, для которых мы это все делаем. Мамы вовлеченно общались с парламентариями, получали ответы на интересующие вопросы. Депутаты, в свою очередь, брали информацию на заметку. Основные, наверное, это образование, земельное. Вопросы по земельным участкам у нас были. Вот, не знаю, культурные вопросы были, спрашивали. Да, вопросы про отдых. По культуре. Вот. Ну, в принципе, мы получили ответы на все вопросы. Не хватает не то, что активности, досуга у детей, вот, у молодежи, скажем так, детей, которые постарше. Ну вот хорошо, каток у нас есть, но на нем не хватает музыки. То есть вот сегодня обсудили, обещали помочь. Поддержкой многодетных мам и семей, помощью в решении возникающих вопросов в нашем округе занимается общественная организация «Мы рядом». Очень приятно, что приглашают на такие встречи. Ну и, конечно, заданные вопросы. Мы очень надеемся, что присутствующие депутаты и не только их коллеги, они все-таки помогут решить эти вопросы. Вот, кстати, сегодня нам на встрече были разданы вот такие вот брошюрки очень хорошие, которые опять же, преподнесут для многодетных семей, и не только многодетных семей, да, информацию, на какие льготы они имеют право. Ну, мы открыты и готовы помочь. Ну, меня интересовали бы много социальных вопросов, которые также были услышаны нами, и, я надеюсь, будут проработаны в дальнейшем. Не остались прекрасные мамы без подарков и грамот, а также без творческого подарка от депутата Сергея Есина. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб друзья были рядом всегда, чтоб друг другу мы все пожелали то, что я сейчас пожелал. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.